Это что тут за енотиха такая? Смотрите, что за енотика? Тебе артрум надо. Да ты, Суза, и так прокусила этот артрум. А? Прокусила, вот. Уже прокусила, хочешь докусить? Нет, не надо, давай оставим маме чуть-чуть спину мазать, чуть-чуть оставим. И моя косочка такая, холосочка. На? Это что за холосочка такая? Что это за холосочка такая? Я спрашиваю тебя. Тебя, да, тебя, жопа облезла, я спрашиваю. Ты что такая холосенькая? Мне даже не страшно с тобой на полу рядом лизать. Не страшно, потому что ты такая холосенькая. На тебе твой хвостик, поняньте его, помучай его. Помучай, помучай. Кто там? Кто там? Ракель, алло. Алло, алло, ляпи холодный, ты что там в ванной возикалась? Возикалась в ванной, да? Ракеля, Ракеля, зопа наконец-то обрастает, мать волноваться начала уже. Начала думать, что Ракеля там не обрастала. А тут просто волосяным луковицам нужен был массаж. Массаж для волосяных луковиц нужен был. Да, чтоб они расти начали. Ой, господи. Ты что, целовуха, что ли? Ты еще целовуха сегодня? Ах ты, бандютка. Иди сюда быстро. Ракеля. Иди сюда. Мама казала, сюда иди. Быстро. Носика моя. Чего ты подобрела так вдруг? Ты чего подобрела? Ой, я, говорит, на гусе тут полежу, ладно? Жопу гуся отгрызу. Ракелюн. Ты очень странная зентина. Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Ай! Скажи, все, мать, сама разозлила, скажи. Я была очень добрая женщина, а ты меня, скажи, разозлила, разозлила. Ай, разозлила. Ой, разозлила Ракелюшу. Ракелюшу разозлила, разозлила. Да, господи, какая злая мама. Довела девочку холосую милую. Да, холосую милую девочку довела, мать. Ну, я коска. Ты моя коска. Ой, ты что, ты хвостом выкатила игрушку? Ты хвостом игрушку выкатила с-под шкафа. С-под шкафа. Давай, почесу тебя лучше. Не ходи туда. Лучше почесу тебя. Что, неправильно чесала? Вот здесь надо чесать. Ой, кто там? Егорий? Егорий, а вот тут зубу чесать не прочесать. Что ты корм принес сухой? М? Егор, чего вы меня с двух сторон решили грызть? Егор собачку тащит в свою берлогу.